Пожарные прибыли на место в 8:01. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. В 9:37 возгорание было потушено. В ликвидации пожара было задействовано 45 человек и 15 единиц техники. Несущие конструкции крыши под собственным весом из-за очень высокой температуры деформировались. По сообщениям блогеров-очевидцев, в складском помещении хранились кондиционеры, расходные материалы, заводское оборудование. Рядом был припаркован автомобиль Range Rover. Он тоже пострадал от огня. Подплавились пластмассовые части. Наиболее вероятной причиной пожара названа неисправность электрооборудования. А минувшей ночью по этой же причине полностью выгорели помещения аптеки и пивного магазина на улице Тоннельной. По прибытию к месту обнаружили, что горит два магазина, аптека и пивной павильон. Пожар потушили 4:32 на площади 100 квадратных метров. Аптека сгорела полностью, пивной павильон «Улитка» сгорел полностью, магазин «Золушка» пострадал частично, магазин «Гастроном 10» пострадал частично, и ООО «Навигатор» пострадал один гостиничный номер. Причина неисправности электрооборудования, ущерб устанавливается. Спасено имущество на 4 миллиона рублей. К счастью, во всех трех пожарах обошлось без жертв.